Всем привет! Вы на канале Александра Семья. В очередной раз я приехал в наш дом. За моей спиной вы видите уже то, что мы начали сбивать штукатурку. Но нашего помощника сегодня нету, поэтому продолжать мы будем уже, может, завтра. Как у него получится, там свои дела появились. Учитывая, что я сюда приезжаю, ну, как минимум это через день, чтобы покормить котят, мы решили еще завести еще животных, кроликов. Поэтому сегодня я сделаю для них клетку. Опыт разведения кроликов у меня есть. И, ну, так, года три где-то я этим занимался, когда еще в школе учился. Потом было некоторое время после школы. Поэтому сегодня построю клетку. И уже на днях, я думаю, приведу еще наших грызунов сюда. К нам вчера, наверное, соседские коты приходили. Потому что котята сильно есть хотят. И у них была эта целая мисочка. Они не съедали обычно за день. А сегодня вон голодные. И миска пустая была. И миски хватило. Обычно хватало минимум на 2 дня. Где-то третий бегает, он самый трусливый. Проголодались сильно, их, наверное, напугали. Потому что... А, вон. Третий котенок. Ну, ничего, тут сарай закрывается. Там окошко. Закрою. Может, тогда не будут заходить. Заходил в сарай и мерил. Там расстояние 1,40 м. Я вот сделаю туда клетку 1,35 м. А уже следующее я буду делать, там посмотрю потом. Я еще не решил, где они будут точно жить, когда их больше станет. Так, есть предположение, но пока то помещение занято. Ну, вот примерно такого размера будет моя клетка для кроликов.
по наружному, наружный размер 62, это ширина, и 1,35 м это длина. Вот. Сразу я куплю 3 кролих и 1 кроля. Кроля немножко постарше куплю, посажу их вместе. Ну, в ближайшее время потом же сделаю ему отдельно помещение. Ну и на будущее надо будет все равно построю уже для них тоже вместе с маточником, так как я планирую их разводить. Уже каждое отдельное жилье будет, жилплощадь. Вот эти бруски, которые короткие, они еще пойдут вот так вот наверх, буду делать. Эти тоже верхние будут, они немножко тоньше этих, поэтому пускай будут сверху. Пол сделаю из сетки, сейчас тоже вырежу. Ну, а стены там из фанеры, может тут еще досочки лежат, что-нибудь из этого. Ну вот, пол выглядеть будет примерно так. Потом при помощи подвеса, вот такого нашел в гараже, валялся. Вот я сейчас скреплю вот там внутренние углы. Ну вот отрежу примерно вот так вот, чтобы он сгибался. И поскрепляю все внутри углы. Сетка немножко великовата получилась. Но я потом, когда прибью, лишнее отрежу. Потому что сейчас, чтобы вот, не было таких усов, чтобы они ноги не травмировали себе. Лапы. Сделал я вот такие заготовки. Ну и сейчас будут по углам их закреплю. А наверх уже потом сетку закреплю. Буду использовать саморезы 3,5 на 32. Ну, есть еще 3,5 на 25. Это то, что нашел в гараже, то теми буду крутить. Потом, когда сетку наверх положу, оно все хорошо будет держаться, она все скрепит, плюс фанера. Опять же, делаю из того, что нашел, что было, то и буду. Дальше уже возьму в следующий раз пилу торцовочную. Да, я смогу нарезать уже брусков побольше. Будет удобнее. Уже сделаю следующую более качественную. Ну и это не урок, как надо делать. Это как я делаю. Правильно, неправильно. Меня устраивает. Сделаю пол. Для пола у меня были такие саморезы 4,5, не знаю, наверное, на 25 они с пришайбой. Вот еще, чтобы дополнительно зафиксировать вот места, где между саморезами, из гвоздя сделал вот такие вот штучки, загнул, ну и пробью еще, кое-где уже прибил, вот осталось туда, в конце клетки. Вот то, что осталось от нашего сарая. Теперь он у нас тут. Точнее,
что из чего он был сделан. Я убирал эти доски, думал, их все будет меньше, их все больше и больше становится. Опять немножко мусора насобиралось, тоже нужно будет вывозить. Включили электричество у нас только что, поэтому пока не могу дальше делать клетку для кроликов. Ну, пойду пока слаживать доски, а потом надеюсь, что включат и продолжим. Сделал я заднюю, боковые стенки и пол. Сейчас останется тоже из сетки. Вот прикручу еще бруски вот сюда и на эту сторону по бокам. И потом еще такую вот перемычку сюда сделаю. Вот, удалось мне словить одного нашего дикаря. Это самое доброе. Лежит на пузе. Сидит, я сам стою. Вот, держу. По-другому, если брать, шипит, убегает. А все разбежались. Ну вот. Вот она сидит. Сама держится. Ну, беги. Уже первый раз ее удалось погладить. Те так вообще пока. Все, убежала. Ну вот, друзья, закончил я делать домик для наших будущих кроликов. Ну так, с виду вроде нормально получилось. Не шедевр, конечно, но все функции, которые должна она выполнять, она будет выполнять. Вот, дверь у нее открывается. Дверь большая. Удобно будет их туда и запускать, и вынимать потом оттуда. Ну, это кормушка для комбикорма, для зерна. Сюда потом поставлю поилку. Почему сделал вот эти доски сверху? Ну, потому что в будущем хочу еще сделать второй ярус, чтобы максимально использовать то помещение, где они будут стоять. Вот, крышу тоже сейчас пока не делал, для переноса будет удобнее, легче будет переносить. Ну, а так вообще использовал все материалы, которые нашел в гараже или вот тут в сарае. Вот подвесы для крепления, где-то вот позагибал, чтобы было. Кормушка, она там я вырезал, в сетке оставил, вот тут 3 сантиметра, она будет сыпаться и, ну, возможно, не смогут так сильно выгребать, потому что, ну, часто они просто выгребают, что не нравится, и выбрасывают, а потом мыши едят. Ну, учитывая, что тут у меня будет 4 кролика на данный момент жить, то места им точно хватит. Вот такая клетка получилась. Эти заднюю стенку, боковые, я обшил фанерой, нашел. Тоже все при помощи подвесов закрепил, саморезы. Привезу я сразу сюда кроликов, будут породы бургундцы. Бургундская порода или бургундская. Вот. Еще у меня был опыт разведения калифорнийцев,
шиншилл, великанов. Не было только кроликов порода французский баран. Я думаю, в перспективе заведу их. Но также вот помимо бургундцев у меня будут калифорнийцы со временем. И вот эти вот бараны. Это три породы, которые мне нравятся. Бургундцы и калифорнийцы нравятся тем, что они такие, как бройлерные, наверное. Они быстро растут, набирают вес. К самке у них хорошо относятся к детенышам. Выкармливают их хорошо. Ну и уже примерно к 4 месяцам, в районе 3,5 килограмм, ну если хорошо кормить. У кого-то может и больше, не знаю, но у меня было где-то так. Вот. Потом сделаю поилку, закуплю зерно, какую там кукурузу куплю, ячмень и комбикорма, чтобы на первое время было для кормления кроликов. И потом уже, я думаю, что к концу недели куплю и самих кроликов. Ну, на сегодня все. Уже, может, не завтра, послезавтра приедет мой помощник, продолжит сбивать штукатурку и поможет мне отнести клетку в сарай. Поэтому все, всем пока, всем хорошего дня, до новых видео. Пока.